Всем привет! Вчера странички Instagram звезд шоу-бизнеса наполнились поздравлениями с Днем Победы. Многие артисты рассказали о своих родных, которые защищали родину. Так Максим Галкин опубликовал в соцсети архивную фотографию дедушки Григория Робертовича Прагина, который прошел всю Великую Отечественную войну. Родственник артиста был участником Сталинградской битвы, освобождал Венгрию, Одессу и Югославию. На истории героического деда празднование 9 мая в семье юмориста не закончилось. Галкин отправился в гости к друзьям в деревню Лапино. С собой шоумен взял дочку Лизу и сына Гарри. Судя по видео, которое появилось в Instagram Иды Достман, вечер с тематическим праздником прошел на славу. Дети повеселились с аниматорами и попрыгали на большом батуте. Взрослые гости тоже не скучали, устроив шумные посиделки за большим столом с полевой кухней. В числе гостей были замечены Ольга Орлова, Валерия, Иосиф Пригожин и другие знаменитости. А вот Алла Пугачева на празднике так и не появилась. Возможно, певица просто решила отдохнуть дома. Поклонники активно отреагировали на публикацию мужа Пугачевой. Что ж такое, вы не поссорились с Аллой Борисовной? Как ее здоровье после Великого Дня Победы? Может, она переутомилась? Спрашивали многочисленные пользователи сети известного юмориста. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!